смотрите, кто меня встретил. Моя подружка Танюшка! Вы представляете, какой я счастливый человек? У меня просто подружка встречает Дубай. И где, вы думаете, я буду жить? Не в отеле, а у нее дома, потому что она тут живет. Да повезло мне, да? Повезло, однозначно, да. Такие у меня есть друзья. Ничего не меняется, порции гигантские. Как и всегда тут было. Там, конечно, плюс. Заказал и обожрался. На полдня вперед. Девочки, мои любимые, я с огромной радостью хочу вам сообщить о моем новом детище. Это женский клуб, но назвала я его «Сплетница» в честь популярного сериала, где девчонки обсуждают абсолютно разные темы. Мы будем касаться там интима, мы будем касаться второй беременности, мы будем касаться мотивации, поднятия самооценки. В общем, все-все-все. Длится это будет 2 недели. И это закрытый телеграм-чат. Вход туда чисто символический, знаете, чтобы не залетали какие-то зеваки. В общем, буду 2 недели вас круто прокачивать. Так что жду. Ссылочку ниже прикрепляю в тексте. Да, да, да. Это кто, дракон? А мы так и знали. Гринч. Это Гринч. Похититель Рождества. Иди в шарики. Это Гринч. Ничего себе. Тебе шарики. Святослав. Ты же любишь. Это типичный Томич. Они тут все такие, когда выпьют. Когда выпьют. Когда выпьют все. Я не знаю, кто. Ты не знаешь, кто это? Кажется, получилось, да? Слушайте, вообще, такие молодцы. Спасибо. Заберем. Коробку, потом я у вас. Да. Слушайте. Прилетели в Томск, а тут нас встречают друзья, и они пиздец как смешно одеты. Поцелую. Сына, с Новым годом! С Новым годом! Ух ты! Сына, как тебе, нравится? Красиво. Да, нравится, да, надо сказать. Это салют. Ой, смотрите, в 23-м году у Черкасова появилась девочка. Вот она рядом с ними, как снежинка. Сниму котики. Ух ты! Сына, как тебе, нравится? Красиво. Да, нравится, да, надо сказать. Это Ой, смотрите, в 23-м году у Черкасовых появилась девочка. Вот она рядом с ними, как снежинка. Приглашай. А моя любимая песня, знаете, какая? Губами по сердцу. Нет, по телу. Она есть! Да! Андрюха, на футболке можно мне, пожалуйста, автограф? Принесите, фломастер! Всюду магия и свет, течет тут одна привет. Святослав, что ты делаешь? Вау, убираешься, да? Просто крушит. Рушит. Я не знаю, как это сказать. Что творится с нашей детской, я в шоке. Просто в шоке. Святослав! У тебя все хорошо? Все хорошо. Просто я еще сделаю. Ты зачем так хулиганишь? Сына! Сына! Ну, что ты сделал? Ну, что ты сделал, Святослав? Что ты делаешь? Успокойся, все, хватит.
Так классно. У-у-у. А где ребенок? В лесу. Сынок, ты куда пошел? Сынок, пойдем в угловую. Все, пойди, пожалуйста.